Всем привет! В этом видео поговорим о том, что глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Киев на встречу с Зеленским. Сегодня телеканал CNN сообщил о прибытии шефа Пентагона в Киев с необъявленным визитом. В украинской столице Ллойд Остин планирует встретиться с просроченным президентом и министром обороны Украины Умеровым. Американские журналисты отметили, что глава Пентагона не привез в Киев новых пакетов военной помощи, а прибыл в украинскую столицу, чтобы узнать о потребностях ВСУ в новом вооружении. По данным Wall Street Journal, Ллойд Остин нанес свой последний визит в Киев в роли министра обороны. В новую американскую администрацию его не позовут. Визит главы Пентагона на Украину происходит на фоне неудачи ВСУ на многих направлениях и в преддверии президентских выборов в США, которые многое определят в судьбе киевского режима и его просроченного президента. Телеканал CNN сообщил, что визит Остина в Киев позволит ему по-иному взглянуть на замысловатую дугу американо-украинских отношений, сложившихся между странами с началом российской СВО. Предположу, что Остин прибыл в Киев, чтобы лично передать просроченному президенту важное послание от Байдена и лидеров европейских стран, которые в минувшую пятницу встречались в Берлине и обсуждали дальнейшую поддержку киевского режима. Зеленского на эту встречу не пригласили. Напомню, что никаких значимых решений на встрече в Берлине принято не было. Стороны договорились продолжить поддержку киевского режима в рамках заключенных ранее соглашений. Западные лидеры при этом отмели победный план Зеленского и сочли его нереалистичным в текущих условиях. Это решение могло нанести серьезный удар по амбициям и репутации Зеленского. Ллойд Остин, вероятно, постарается успокоить просроченного лидера и заверить его в западной поддержке. Тем временем ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X написал, что Ллойд Остин прибыл в Киев, чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры с Кремлем.